Закупочные цены на молоко в Чувашии по состоянию на 9 февраля установились в диапазоне от 13 до 17 рублей за литр. Из чего складывается стоимость сырья и как повысить его качество, рассказал главный ветеринарный инспектор республики Сергей Скворцов. Производственный секрет прост. Чем выше качество молока, тем больше за него дают скупщики. В прошлом году высокосортное сырье заняло 46% в общем объеме сданного молока. Это заметно больше, чем в 2016-м. Ветеринары постоянно контролируют состояние молочного стада. Крупный рогатый скот мы, коров проверяем для исключения особо опасных заболеваний, хронических заболеваний, такие как туберкулез, бруцеллез, лейкоз. Мы регулярно проверяем каждую корову. Если, и на мастит мы проверяем ежемесячно. Говорят, молоко у коровы на языке, да? И поэтому проверяем качество заготовленных кормов. Это сено, сенажа, силоса. И в этом году качество сенажа и силоса, и сена, она на уровне 2016 года. Сельхозтоваропроизводителям не стоит забывать о простых правилах: соблюдать гигиену при дойке, хранить молоко в соответствующих условиях, в течение 2 месяцев до отела коровы и неделю после сырье не сдавать. Ветеринары следят и за тем, чтобы скупщики перевозили собранное молоко к месту переработки только в опломбированных цистернах, как того требует технический регламент. За прошлый год мы наложили штрафов порядка 450-460 тысяч только за нарушение по молоку. Поэтому понятие есть, и по техническому регламенту, если предприниматель получил молоко от молокосборщиков, он получил, уже отвечает за качество молока уже сам молокосборщик. Поэтому мы их обязывали, чтобы они имели также свои приборы, чтобы они могли доказать, что у них молоко хорошего качества, когда они сдают на молокозаводы.